Ребята, всем привет! Продолжается ежедневный марафон ежедневных видео. Итак, сегодня пятница уже. Сегодня, возможно, пойдем на Бирвиль. Там будет фестиваль пива. Что там будет конкретно, не знаю. Возможно, что-то будет интересное. А может, ничего не будет интересного. Женщина куда-то ушла. Женщина моя куда-то ушла. Даже меня не покормила. Оставила на самовыживание. Вот совести нет у женщины. Короче, баба меня очередной раз наебала. Куда-то съебалась. Обещала приехать через пару часов, покормить, квас мне обещала привезти и пиццу обещала сделать. Хуюшки. Залупу на плечо мне. Хлоп! Где-то, короче, загуляла, наверное, дальше продолжает, да. Короче, где-то загуляла, она... Короче, где-то загуляла, наверное, она продолжает дальше замачивать свой отпуск. Пойду, говорю. И уже, в принципе, вечер. Мне надоело дома целый день сидеть, короче, тоже пойду прогуляю. И сейчас, короче, уже вечер, и мне уже надоело дома сидеть. И тоже собрался идти, короче, по... И тоже собрался идти прогуляться. И тоже собрался пройтись прогуляться. Одеваю свои любимые кеды. Не знаю, как я выхожу еще. Тут уже он... Блин, тут уже им капец. Ничего, еще можно носить. Все готово, можно идти. А, кстати. Я ж там говорил, мы типа планировали пойти на Бирвиль, там на фестиваль пива, но передумали сегодня идти. Пойдем туда завтра. Он, получается, 3 дня будет идти. Сегодня, завтра, послезавтра. Так что завтра возьмем. Так что, скорее всего, что мы завтра пойдем, а не сегодня.